Северном округе попытка проверить у водителя документы вылилась в полицейскую погоню, в ходе которой беглец повредил чужую машину. Началась она на улице Руднева. Привести полностью запись видеорегистратора, установленного в патрульной машине, невозможно. Преследование длилось 45 минут. Беглец трижды въезжал в Северный округ от улицы Руднева к 39-му магазину через Тихоокеанскую на Шелеста, далее Воронежское шоссе и Березовка. Выезжая из Березовки, езжая по дороге Восток в сторону аэропорта, может быть, туда он через дачу будет выходить. 58-й подходит к питомнику по улице Карла Маркса, двигается в сторону центра города. Весь выключил свет, идет без света. Прошли Краснодарскую, идем в прямом направлении. Подходим к промышленной. Полицейский регистратор зафиксировал езду на красный свет и движение по встречной полосе. С Карла Маркса водитель свернул на Пушкина. Поплутав по центру, лихач решил ехать обратно в Северный. К тому моменту полицейские уже знали, что человек, на которого зарегистрирована машина, проживает в Березовке. Гонка идет по берегу Амура. С правобережной нарушитель выезжает на улицу Салтыкова-Щедрина. Здесь его пытается остановить другой наряд. Через 200 метров затор. Беглец объезжает его по обочине, ударив мешающую проезду колдину. Погоня продолжается по улице Тихоокеанской. Проехал птичку по Бондаря, вниз пошел. Зайдите кто-нибудь с новой Бондаря. Погоня автомобильная закончилась в тупике возле автостоянки. Началась погоня пешая. Водителя и пассажира догнали через 30 метров. 25-летнему шоферу, устроившему голливудский сюжет, голливудское и задержание. Здравствуйте. Инспектор ДП Шердаков, которому вы не остановились по требованию. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Вы имеете право хранить молчание. Позже оказалось, что в салоне иномарки, помимо водителя и его приятеля, находились две девушки. Перед ними лихач решил покрасоваться, был не трезв. С места финиша фигуранта увезли с целой кипой протоколов. Кроме зафиксированных регистратором нарушений, включая бегство с места ДТП, фигуранта обвинили в неподчинении законному требованию сотрудника полиции. Домой автолюбитель пошел пешком, Субару увезли на арест-площадку. С места происшествия Сергей Полуэктов, Анна Карпова и Павел Рогатин.